Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 18 августа. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. По республике смещение атмосферного фронта. Ожидается неустойчивая ветреная погода. Местами небольшие умеренные дожди. По юго-западу ливни, грозы. Утром местами туманы. Ветер северный 6-11. Днем в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 10-15. По северо-востоку до плюс 6. Днем плюс 21-27. По центральным районам ночью плюс 12-17. Днем плюс 20-25. По востоку до плюс 28. По южным районам ночью плюс 13-18, днем плюс 23-28, при дожде плюс 20. В столице Бурятии ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северный ночью 5-10, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем плюс 23-25 тепла. Атмосферное давление будет слабо расти, 713 до 716 миллиметров ртутного столба. По данным Мичиганского университета, молнии в 6 раз чаще попадают в мужчин, чем в женщин. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шагнанов. Я думаю, это, наверное, от того, что у мужчины есть молниеотвод.